Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду доставать бумажку и отвечать на вопросы от подписчиков. Со мной сегодня младший братик Святик. Давайте же начнем. Если хотите, тоже напишите свои вопросы, я обязательно в следующем видео на них отвечу. Поехали! Первая бумажка. Очень мало подарили, я бы подарила еще кому-нибудь, и мне бы тоже подарили. Но так вы знаете сколько. Откладываем в сторону и достаем следующую бумажку. Перемешиваем. Я хочу вот эту. Во сколько утром ты просыпаешься? Я просыпаюсь в 6:00. А он еще раньше. Так, откладываем вопрос в сторону. И достаем следующую. Перемешиваем все. Так, вот это хочу немножечко. Почему ты такая ленивая и снимаешь так мало видео? Потому что я делаю уроки, потому что я слежу за Святиком. И у меня очень мало времени, чтобы снимать видео. Но я обещаю, что буду снимать теперь чаще видео, чем было. Ложим. Следующий. Мешаем. Вот это вопрос. Ладно, давайте. Чего ты добилась в жизни? Я добилась, что получила пятерки по русскому, по литературе. И то, что я теперь знаю имя существительное хорошо, знаю. И теперь я знаю много денег. Откладываем вопрос в сторону. И достаем следующую бумажку. Как вы думаете, какую? Левую, правую, Правую, она больше. Левую. Что ты любишь есть на завтра? Я бы, по моему мнению, я люблю есть на завтрак. Крендели. Вот ответ. Откладываем бумажку в сторону. Следующая бумажка. Ой, она толстая, наверное, много чего. Какой день ты считаешь самым лучшим, самым счастливым в твоей жизни? Ну, наверное, это когда я получила первый кубок по карате. Побираки. Откладываем бумажку в сторону и мешаем следующий. Этот. Правая или левая? Левую теперь выберу. Правую я уже выбирала. Маленькое что-то. Что в твоем телефоне? У меня нет телефона, но есть часы. Там у меня есть электронные, где у меня есть куча номеров. Вот ответ, что в моем телефоне. Бумажечку в сторону. Так, что у нас осталось здесь 5 бумажек. То есть 5 вопросов. Теперь выберу право.
Что тебе подарили на 8 марта? Об этом есть видео. Ссылка в описании. Вот там все мои подарки. И вы узнаете ответ. Следующий день. Бумажка. Сколько лет твоим собакам? У меня нет собак, поэтому ответ 0. С какими животными ты себя ассоциируешь? Например, с кошкой. Потому что я очень люблю кошек, я их очень много рисую. Я смотрю видео некоторые про кошек, поэтому мне кажется, что инициирую я себя кошкой. Ладно. И у нас осталось здесь две бумажки. Вот это вот. Твоя самая любимая игрушка. Моя самая любимая игрушка, без которой я даже не могу обойтись. Потому что когда я была в садике, если я ее оставляла в садике, то я просто не ела дома. Это моя большая плюшевая подушка, игрушка-подушка Вика. Я так зовут, кошка она. Теперь поняли, почему я себя чувствую кошкой? И последний вопрос. Я мечтаю научиться летать. Я мечтаю о телефоне. Я мечтаю о котенке. Я мечтаю о всей коллекции пулип. Куклы такие пулип есть. Я мечтаю о том, чтобы у Пятника было все хорошо, чтобы моя семья была жива. Очень я много чего мечтаю.